день благоприятен для людей, родившихся в годы мыши, коровы, дракона, собаки и свиньи. Хорошо в этот день идти в хувараки, выдвигаться на новую должность, проводить обряды Холдедудаха, Далхэбаха, Жаптуй, изготовлять лекарственные составы, начинать лечение, приводить невестку, отдавать дочь невесты, обретать друзей, надевать новую одежду, шить и кроить одежду. Неблагоприятен день для людей, родившихся в год змеи и лошади. Не стоит в этот день писать сочинения, издавать научные труды, слушать поучения, лекции, устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать работников. Стрижка волос – при умножении богатства. Отправляться в дорогу – к находке. Все задуманное исполнится.